востребован. Надо знать, что востребовано сегодня в Китае. Им нужен сегодня менеджмент, хорошо знающий российскую экономику, хорошо знающий российские финансы, кредит, законодательство. Ну и, естественно, кто будет обслуживать два языка? Вот они на этом поставили ряд вопросов. То есть реально объем работы огромный. И надо, китайцы говорят, шаг за шагом. А мы многие шаги уже пропустили, нам надо догонять. Я уж не говорю опережение. Конечно, задача председателя правительства Медведева Дмитрия Анатольевича поставлена работать на опережение. Но для того, чтобы выйти на опережение, нужно на чем-то создать основы экономики, доходов.